Вместе с главой администрации будущий клуб посетили и другие официальные лица. Руководители клуба «Гефест» ознакомили гостей с проектом планировки помещения и рассказали о том, каким оборудованием будет оснащен новый клуб. Работы здесь очень много, но сейчас главная работа у нас начнется, конечно, с крыши, потому что никакой ремонт делать нельзя, если крыша будет течь. Вот, поэтому крышу сначала в порядок приведем, потом начнем уже внутри работы по благоустройству, по красоте помещения, чтобы функционально все было. И потом уже снаружи фасад оформим, сделаем, чтобы красиво тоже было и снаружи. Как отметил руководитель клуба, количество желающих обучаться в «Гефесте» возросло, поэтому возникла необходимость в дополнительном филиале. Открыть новое помещение именно на улице Логовая было решено потому, что на сегодняшний день в этом районе спортивная организация наиболее востребована. В нас вселили надежду, что нам будут помогать со всех сторон, вот, и выделят соответствующие финансы. И от нас будет зависеть, конечно, как скоро это все будет, потому что мы должны все двигать, все сметы, всех людей, которые здесь будут задействованы, их всех вместе объединить, чтобы у нас быстрее продвигались все работы по ремонту и по оснащению помещений. Основной задачей создания нового филиала клуба, по словам его руководителя, является подготовка молодежи к армии. Цель «Гефеста» – улучшить дисциплинированность будущих молодых бойцов, правильно мотивировать их. Новый клуб планируется оснастить самым лучшим и инновационным оборудованием для того, чтобы ребята развивались физически и получали хорошую военную подготовку. Гульназ Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».